Регион обладает развитой транспортной сетью. 4 аэропорта, сотни километров железных дорог, морские порты по всему Азово-Черноморскому побережью. На Кубань приезжают миллионы отдыхающих каждый год. Мы проводим крупные мероприятия международного и российского уровней. Важно, чтобы жители и гости региона чувствовали себя в безопасности. Губернатор поблагодарил сотрудников Южной транспортной полиции за ежедневный труд, отметив их профессионализм и умение оперативно принимать решения в чрезвычайных ситуациях. Кубанское управление празднует день рождения службы по традиции в необычной обстановке, в передвижной станции переливания крови. Правоохранители всегда отличались крепким здоровьем, многие из них в списке почетных доноров. В этом году биоматериал в резерв для пострадавших в авариях, а также для больных гемофилией и анемией, сдали более 60 сотрудников дорожной полиции. Это почти 30 литров крови. Сегодня мы с вами совершим тихий и незаметный подвиг. Я всем желаю, конечно же, здоровья, высокого гемоглобина, нормальных лейкоцитов. Пока одни дорожные полицейские сдавали кровь, другие в честь своего праздника посадили деревья – 10 саженцев клена. Они будут украшать территорию Главного управления транспорта МВД России по Южному федеральному округу. Ухаживать за новым зеленым парком собираются сами правоохранители.